с яблочно-сочным названием «Ранетки» совсем недавно появилась на небосклоне российского шоу-бизнеса. А за плечами у девчонок уже солидный багаж выступлений, съемок, премий и концертов. Второй год подряд «Ранетки» являются одними из главных претендентов на получение заветной тарелки премии Муз-ТВ. Представьте, как будет выглядеть «Ранетка» через лет пять. Мы, наверное, будем курагой через лет пять. Нет, мы будем все такими же сочными, сладкими и маленькими. Они, как большая дружная семья, всегда вместе. Однако сегодня мы хотим поговорить лишь об одной участнице группы – Лене Третьяковой. Надеюсь, вы догадались, что причиной ее попадания в наш рейтинг стал цвет волос. Высокая и стройная блондинка-ранетка Лена, самая старшая в коллективе. У меня есть мальчик. Мальчик у меня есть и живет он в Питере. Лена! Говорят, что она стержень группы, что способна разрешить любые конфликты и уладить недоразумения, которые случаются в каждой девичьей команде. Вообще, когда у нас у каждой есть какие-то безумные идеи, непонятные, неадекватные, то мы всегда советуемся друг с другом и делаем их вместе. В интернете поклонницы Лены Ранетки активно обсуждают, красит ли девушка свои волосы. Сама же Третьякова в общении с фанатками этот деликатный вопрос обходит стороной и не отвечает на него. Впрочем, совершенно не важно, Лена блондинка от природы или в результате тщательной работы парикмахеров. Главное, что цвет ее волос светлый, так что она заслуженно оказалась на 6-м месте звездного рейтинга самых любимых блондинок. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Я помню,